Как много времени одесситы проводят в дороге. Одесса вошла в двадцатку лидеров самых неблагополучных в плане автотрафика населенных пунктов мира. Со своего 18-го места Пальмира поднялась до 11-й позиции. Итоги самых серьезных пробок 2020 года подвела компания TomTom, которая разрабатывает устройство GPS-навигации. Сервис промониторил трафик в 416 городах, расположенных в 57 странах мира. Рейтинг составляется, основываясь на разнице длительности пути в будни и выходные. Загруженность дорог в Одессе составляет 44%. В среднем одесситы проводят в дороге лишние 167 часов или почти 7 дней. Наихудшим днем для поездок по городу признана пятница в период с 5 до 6 часов вечера. Горожане связывают это с выходными на 7-м километре. Самые плотные пробки 2020 года зафиксированы 29 декабря. В канун Нового года самым спокойным месяцем был апрель, когда большинство одесситов пересиживало дома первую волну карантина. Среди украинских городов в рейтинг попали Киев с загруженностью 51%, Харьков и Днепр с 13-м и 22-м местами, соответственно.